Всем доброго времени суток. Собирался сегодня целый день сходить половить на спринтшот. Собрался, пришел на рыбалку, снег идет. Красота. Так что чего сегодня получится, даже не скажу. По снастям все та же. Тропара Митчелл. Ну, наконец в леске привязал вместо мормышки крючочек. И сантиметров, наверное, 30 выше закрепил дробинку. Сейчас будем пробовать, что у нас из этого может получиться. Вода еще упала, стало еще светлее. Шел порыбачить, называется. Ну, летит вроде нормально. Вчера здесь на перекатике ельчики стояли, но как бы я боюсь, как бы в такую погоду они все не скатились куда-нибудь по ямам. Вся рыбешка, наверное, стоит в омуточках. Здесь рыбы нет. А в такую погоду, что радует, рыбаков больше нету. А все почему? Одеваются неправильно. Я-то весь в мембране. Шапка даже и та мембранная. А это шапка, не просто так. Вышел на вторую точку. Вчера здесь мальчишки поплевывали. Посмотрим, что будет сегодня. Thank you.
Сплиншот. Сработал. Вот такой суперелец. Бульк. Значит, какой-то рыб тут все-таки стоит. Сейчас надо карасей наловить. Опа. Супер рыб. Вот она. Сейчас фотографировать надо. Так. Вот они, какие красавцы. Оба-на! Окуняра! Зацепил червяка. Так. Вот такой окунище. О, какая супер снасть. Нашел тут банку с червяками. Дай, думаю, нацеплю. Вот не пойму сейчас, то ли спиннинг у меня какой-то, то ли хрен знает что. Такое ловлю. Ну, ловлю же. Главное, нулей уйти. Странная рыбалка. Ну, странно, не странно, что-то шловлю. Но даже не знаю, что это теперь сейчас у меня. Какой стиль ловли-то. Ну, видели, где играет. Ах.
оторвал свою оснастку. А как дробинки все свои поплавочные пустил на мормышки. На помощь опять приходит вот такая супер китайская хренокоробочка, в которой есть всякие вещички, в том числе вот такие дробинки. Вот такая штука. Вот и все, и оснасточка у нас опять готова. Все, сейчас опущу на дно, пускай лежит. Пусть будет пикер. Что-то как-то неуютно. О, какой селедок. Видали? Может, коту забрать. Порадовать. О, красавец. Не, пусть живет. Пошевелить, кто-то долбанул. Повидали? Прикольно так. Ну давай, долби еще. О-о. Видели, он там ельчишки разбежались. Это или окунь подошел, или щупан. А то может сейчас щупан плюнет. Опа! Ну нифига себе! Вот она, рыба моей мечты. Называется пискарь. У тебя тоже я, братан, сфотаю. Как так? Такая зверюга. Иди-ка ты, друг, щуканов откармливай. Так. Окуня сегодня поймал. Ельца поймал. Пескана поймал. Что осталось? Карася. Уклейков. Что тут еще есть? Щупана. Ну что-то уклейка не хочет клевать. Есть она тут. Видел, играет. Видели? Разбегаются ельчишки. Это или окунь, или щучка. Кто-то их там гоняет.
Ну что, пожалуй, буду собираться. Походил, половил. Испробовал такую штуку, как спиншот. Ловит. Поймал окунька и лещишек, даже пескаря. Сейчас он кто-то что-то там пытается ловить. Ну что-то замерз уже. Наверное, пойду. Не очень комфортно ловить такую погоду. Так вроде ничего, а потом ветерок как дунет. Но по теми кустами что-то все ильчишки разбегались. Или окунь, или щукан подошел. Ладно, мы с ними еще пересечемся. Ну что, всем пока.